Пошли! Каждый уикенд съемочная группа «Орла и решки» отправляется в путешествие. Здравствуйте. В этом сезоне мы побываем в неизведанных городах Старого Света. Мы побываем в Европе, о которой вы ничего не знали. Это будут самые неожиданные места, секретные закоулки и самые нетривиальные маршруты по всей Европе. Кто проведет выходные как миллионер? Алло, Альфа-банк? Кто будет выживать всего на $100? Как и всегда, решает орел или решка. Уважаемые пассажиры, просьба пристегнуть ремни и отключить мобильные телефоны. Тем более за границей все равно дорого говорить. Только не мне, у меня же роуминг от Киевстар. Привет, друзья! Это Орел и Решка. И мы сегодня в красивом, но неизведанном городе на севере Испании Бильбао. Ну, это не совсем как бы Испания, Женечка. Это загадочная страна басков. Подожди, ты мне сейчас вот реально взорвала мозг. Мы в Испании или в стране басков? Подбрасывай монетку и реши. Хорошо. Орел. Решка. Монетку не обманешь. Это тебе. И это тебе. Хорошо, заберу себе. Красивая платье, красивая локоть. Жень, подвези меня хотя бы до трамвая. Пожалуйста. Страна басков. Удивительная страна. Ее нет на карте мира, но она существует. Она находится на севере Испании, но не считает себя Испанией. Страна басков имеет свой язык, свою кухню и свои древние традиции. Посмотрим, стоит ли ехать в гости в эту неизведанную Европу. Сегодня у меня будет новенький спортивный Мерседес А-класса. Люблю быть богатым! Как же все-таки украшает мужчину золотая карта? Поехали! Не хочешь прокатиться? На автобусе. Какая смешная шутка. Подумаешь, а у меня Мерседес будет круче, больше и дороже. Который отправляется по маршруту номер 3247 из аэропорта в центр города. 500 лошадиных сил. Радиус колес 22 дюйма. Просторный салон. С личным водителем всего лишь за 1 евро 45 центов. Бильбао. Ну что, давай знакомиться. Что ты из себя представляешь? Бильбао – это самый крупный город страны басков. Ну как крупный? Живет тут людей, как у нас Винница. Сразу видно, что Бильбао – город какой-то неоднородный. Все домики как будто случайным образом друг к другу приставлены. Тут старые, которым уже не одна сотня лет. А тут современные высотки. Город-конструктор.
Приезжая сюда, сразу делаешь для себя открытие, что Бильбао – это город современного искусства. Оно тут на каждом шагу. Мосты, дома, стадионы, скульптуры. Все в этом городе необычно, вычурно, странно, но очень интересно. И самое необычное – здание музея современного искусства имени Гугенхайма. К нему мы еще вернемся. А вот и моя гостиница. Поселиться я решил в отеле Silken Grand Hotel Domine. 5 звезд, понятное дело. Интерьер гостиницы, ну прям объект современного искусства. При входе стоит эритроцитовидный диван. Посреди холла возвышается инсталляция, огромная колонна из камней. Фонтан тоже вполне концептуальный, с бокалами и тарелками. А вот на номере дизайнеры отдохнули. Простовато. Разве что пара картин в стиле кубизма, кресло кислотных цветов, да и привычная для миллионеров ванная со стеклянной стенкой, чтобы было видно, как человек моется. Ну, хоть терраса есть. О. А вот и главная фишка номера. Отличная терраса с видом на Гугенхайм. Музей Гугенхайма. Надо будет, кстати, посетить его. Найти гостиницу в Центрове, мне кажется, просто невозможно. Если уж вы путешествуете по стране басков, то непременно попробуйте высокую баскскую кухню. Здесь находится самое большое в Испании количество ресторанов с 3 мишленовскими звездами. О, спасибо за совет. Или как вы там говорите на баском, эскерик аско. Вот баски, а? Ты посмотри. Ну, а я поселюсь в обычном хостеле. Hello. Hello. I need room. Oh, bed, bed. Путешествуя по Европе, понимаешь, что цена за койку в общей комнате примерно одинаковая. Около 20 евро за койку. Что, никого нет? Комната тоже стандартная. Железные кровати, как на корабле каком-то. Грязная кровать, каких-то коричневых пятен. Лучше варианта мне не найти. Нам очень повезло. Как раз во время нашего приезда в Бильбао проходит праздник. Называется «Большая неделя Бильбао». Всю неделю в Бильбао на каждом углу что-то происходит. Тут парад гигантских кукол. Тут барабанщики. Тут трубачи. Музыкальные паровозы. А тут просто пьют без перерыва. Символом праздника является вот такая громадная кукла – Марихайя. Это она как бы танцует. И таким образом символизирует собой безудержное веселье. А вот это, наверное, самое красочное выступление. Национальные танцы басков. Итак, кто же такие баски? Баски – самый загадочный европейский народ. Никто не знает, как они появились в Европе. Некоторые ученые даже считают, что баски
потомки грузин. Разговаривают баски на странном языке, который совершенно не похож ни на испанский, ни на один другой язык в мире. Баски хоть и имеют испанский паспорт, но не считают себя испанцами. И периодически хотят создать свое государство. Раньше в Бильбао приезжало 35 тысяч туристов в год, а после строительства музея Гугенхайма – более миллиона. Пойдем посмотрим, ради чего они сюда приезжают. Музей Гугенхайма – это главная достопримечательность города. Один из крупнейших музеев современного искусства в мире. Да он и сам, как объект искусства, выглядит как гигантская металлическая конструкция, которая расплавилась под жарким испанским солнцем. Уже перед входом в музей тут встречают экспонаты. Гигантский щенок из цветов и огромный металлический паук. Кстати, этот паук со смыслом. Находясь рядом с ним, можно понять, что чувствует муравей рядом с настоящим пауком. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Катерина, да? Будете моим гидом. Я заказал себе индивидуальную экскурсию с русскоговорящим гидом. И мое увлекательнейшее путешествие в мир современного искусства началось. Экскурсовод предупредила меня, что каждая работа имеет глубокий смысл. Но понять его можно не умом, а сердцем. Эффектно. Лестница. В этом зале выставка Йоко Оно, жены Джона Леннона. Оказывается, она была еще и художником и создавала вот такие вот объекты искусства. Это, конечно, вот это просто... Переворот нас заставляет переосмыслить всю жизнь. На самом деле, я в детстве тоже занимался таким же творчеством. Только мы это творчество еще с балкона потом сбрасывали. А Йоко Оно вот выставляется в музее. А вот работа, символизирующая, что жизнь наполовину пуста, когда с тобой нет твоей половинки. Ну, вообще, в принципе, это я так понимаю эту работу. А на самом деле, возможно, все по-другому. Это же современное искусство. Или вот философская работа. Мы все на 70% состоим из воды. Вот и бутылочки на 70% заполнены водой. Мадонна на 70% состоит из воды. Адольф Гитлер на 70% состоял из воды. Сократ на 70% состоял из воды. Неважно, какое у тебя имя. По сути, все мы вода. Понимаешь, Евгений, современное искусство – это не то, что ты видишь, а то, что ты чувствуешь. Не стоит понимать, что означает этот памятник. Какое современное искусство – такой памятник. Это однозначно что-то сферическое. В следующем зале гигантские железные конструкции, закрученные в спирали. Можно бродить, как по лабиринту. Современное искусство работает с идеями, а не с материалами. Гуляя по этим лабиринтам, ты буквально всем телом чувствуешь, как расширяется и как сужается пространство. Ну, прикольно, ощущение действительно интересное. Вот сейчас оно все завалено сюда, и кажется, что и тебе хочется завалиться, вот так вот идти.
Клаустрофобия небольшая получается. Регине никогда больше не видать золотую карту. Ой, сори. Вот это мне нравится. Очень странная конструкция, но действительно, когда ходишь, то открытое пространство, то закрытое, ощущения очень разные. Нет, 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 нет! Современное искусство не всем понятно. Один экспонат ярче другого. Гигантские тюльпаны из нержавейки. Бегущие строки. А вот самый популярный зал. Очень прикольно. Каждый музыкант снят в отдельной комнате у себя дома. Но когда они все вместе поют и играют, получается целый оркестр. Это самая популярная комната. Смотрите, сколько туристов. А все потому, что идея очень проста и понятна всем. Вообще, музеи современного искусства – это очень прикольная тема. Тебе может нравиться, не нравится. Ты даже можешь считать это полным бредом. Но это всегда повод поговорить, обсудить увиденное. Хорошо, что у меня роуминг от Киевстар. Алло, Региночка, привет. Как ты думаешь, а что означают здоровые стеклянные тюльпаны? Ну, поговори со мной, у меня же роуминг от Киевстар. Любовь и смерть? Да нет, ну как это может? Как, при чем здесь любовь и смерть? Обязательная часть праздничной недели Бильбао – традиционный кулинарный конкурс. Он проходит прямо на улице, так что любой прохожий может принять участие. Нужно только подойти и записаться в команду. Дают какие-то платочки. Я так понимаю, что это будет знаком нашей команды. У всех на столах какие-то продукты, кто-то что-то режет, что-то варит. Все команды готовят одно блюдо. Называется мармитако. Блюдо баскских моряков из картошки и тунца. У меня уже руки чешутся что-нибудь порезать, кому-нибудь помочь. Итак, чтобы приготовить мармитако, нужно порезать картошку, а потом сварить ее в большой кастрюле. Нарезать лук, обжарить его в масле. Сварить бульон из разной морской живности, рыбешек и крабов. Залить им то, что получилось. Приготовить пасту из сладкого перца и помидоров. Филигранно разделать тунца, порезать его аккуратными кубиками и инкрустировать в блюдо. Чтобы не повредить картошечку, они раздвигают ее аккуратненько вилочкой и ложечкой и туда кладут вовнутрь тунец. Кстати, вы обратили внимание, что готовят тут исключительно мужчин? Мало кто знает, но здесь, в стране басков, в отличие от остальной Испании, матриархат. Женщины практически ничего не делают по дому, и готовкой еды традиционно занимаются только мужчины. Помощи от меня, честно говоря, как от козла молока, зато напробовалась. Будем надеяться, что наша кастрюлька с мармитако победит. Судьи оценивают вкус, запах, цвет и соус блюда. Тунец не должен быть сухим, а картошка должна быть хорошо проварена. Увы, как не тончила моя команда, но наша мармитака не победила. Зато я поела бесплатно и очень вкусно.
Самое большое количество ресторанов с мишленовскими звездами находится именно здесь, на севере Испании. Обычно счет в таком ресторане хороший, заоблачный, можно даже сказать. Но золотой карточкой Gold Maximum от Альфа-Банк, что такое заоблачный счет, я не знаю. Мне кажется, с этой картой любой счет мне по плечу. Поехали, поедим. По совету телевизора я отправился в ресторан. Это баскский ресторан высокой кухни Асурменди. Все мы слышали о высокой кухне. Сейчас мы посетим ресторан, кухня в котором выше уже некуда. Такие рестораны случаются в нашей программе, ну, один раз на 30. Ну что, посмотрим, что едят местные миллионеры. Вот так выглядит здесь салат. На листке расположились маринованный помидор черри, морковка, тонкий срез кабачка цукини, молодой побег фасоли. Вот эта черная штука – сублимированная свекла, окрашенная чернилами каракатицы. А под ними – картофельно-тыквенный крем. Это не салат. Это не салат. Это что-то другое. На вкус очень интересный вкус. Овощной, да, овощная. Овощной крем внутри. Не знаю из чего. Черная вот эта вот штучка. Не знаю из чего. Знаю, что это помидор черри. Такое ощущение, что я на какой-то другой планете пробую инопланетный салат. Ну, если честно, если бы вот сейчас рядышком со мной не стояли менеджеры и не смотрели, как я улыбаюсь и как он мне нравится, я бы вам сказал, что салат невкусный. Абсолютно невкусный. Потрясающий невкусный салат. Вообще, блюдо в этом ресторане похоже на какой-то квест. Вроде что-то знакомое по вкусу, а что, точно сказать сложно. Все ингредиенты как-то, ну уж очень хитро сплетены между собой. В высокой кухне стараются готовить блюда так, чтобы ты никогда не догадался, из чего их делают. Например, вот это совсем не дольки мандарина, а паштет фуагра. А вот эти подушечки – жареный картофель, который затем наполнят крабовым муссом. А вот эти шарики – это глазированный алкогольный коктейль Каперини. Представляете? На второе – тоже сплошные ребусы. Итак, шейка лобстера в оливковом масле со сферами из лукового крема, а сверху – хрустящий мучной рожок с тартаром из омара. Хрустящий блинчик, а внутри какая-то паста. Ну, вкусно. Крабовая. Крабовая паста. Лобстер. Паста из лобстера. Ну, хоть лобстер похож на лобстер. Этого лобстера здесь так мало. Я бы его за раз, ножом и вилкой ради приличия только работаю. Ну и, наконец-то, десерт. It's also food? No, it's just to produce an ambience. One second, please. А то пойди пойми эту молекулярную кухню. Может быть, это тоже салат. Высокая кухня – это тоже вид современного искусства. Поэтому здесь тоже главное не то, что ты ешь, а то, что ты чувствуешь. Для того, чтобы богач почувствовал себя в саду из роз, в вазу наливают жидкий азот с каплей розового эфирного масла. Вот это атмосфера. Я как Алла Пугачева. Миллион, миллион, миллион алых роз. Но по запаху не меньше. А десертом оказался нежнейший мусс со вкусом лепестков розы. Вроде положил десерт в рот,
а он раз и полностью растворился там. С кредитной картой Gold Maximum от Альфа-банка можно позволить себе самую высокую кухню. Во время большой недели Бильбао обязательно устраиваются соревнования по национальной игре басков – пелоте. Excuse me. Hello. Hello. This is pelota. Yes, this is pelota basca. Can I ask you to give me chance to try? This is possible. Для игры в пелоту нужно надеть на руку странную штуку, похожую то ли на пиратский крюк, то ли на клешню краба. Делать надо примерно так. Бросить мяч об стенку и поймать клешней. Ага. Поза подачи мяча максимально странная, как будто ты с коромыслом наперевес. Ой-ой-ой, вот так делать не надо. Они надо мной таким образом смеются, на самом деле. Я выгляжу как коряка. Когда научишься, можно играть двумя командами. Правила просты. Соперники по очереди бросают мяч об стену и по очереди ловят его плетеной лопаткой. Кто пропускает мяч, тот и проиграл. В пелоту в стране басков играют все. Это самый популярный здесь вид спорта. А на матчи по пелоте приходят всей семьей. Как в Америке на бейсбол, а в Англии на крикет. Тусовка, конечно. Вечером вся страна басков гудит как улица. Люди перемещаются из бара в бар. Слушают музыку. Целуются. Пьют вино. И обязательно едят. Главная вечерняя еда в стране басков – пинчесы. Пинчес – это всевозможные бутербродики с томатами и цукини, с анчоусами и треской, с креветками и крабовой пастой, с хамоном и сыром. И все это на вкусном хрустящем хлебе. Hola. I wanted to try each by one. And glass of sangria. В барах так много людей, что невозможно пинчесу упасть. Поэтому все выходят на улицу, и, в принципе, вся тусовка здесь. И на улице просто вот стоят, кушают, сидят, кушают. Либо вот на ступеньках собора. Пинчесы любят и богатые, и бедные. Так что мои соседи по ступенькам даже не подозревают, что рядом с ними сидит миллионер. Пинчесы были просто потрясающие. А вот сангрия немножечко кисловато. Но с Рейни я забуду об этом мгновенно. Ну все, теперь изжога не страшна. Движуха. Прикольно, так людно. Несмотря на поздний час. Отличный хостел, по-моему. Здесь можно приготовить еду, здесь вкусно покушать. Вот тут собраться с огромной компашкой. Ну, тут посмотреть футбол. А я спать. Я спать. Как бы уснуть, когда под окнами праздник? Цвет.
утро я решил встретить как нормальный, обыкновенный миллионер. Подняться на воздушном шаре и выпить шампанского, любуясь волшебными видами. Доброе утро! Тень поднимается круто. По-моему, прекрасно. На завтрак шампанское и хороший вид. Круто вот так начинать утро. С шампанским на воздушном шаре. А не чистить зубы в хостеле, когда тебе в туалет. Эй, амиго, пор фавор. Особо. На второй день я решила продолжить исследовать страну басков и отправилась в красивейшее место. Гасталугачи. Часовня расположена в необычном месте, на малюсеньком островке, к которому ведет изогнутый переход из ровно 231 ступени. Звучит захватывающе. Поеду на велике. И для здоровья полезно, и красотами полюбуюсь. Аренда велосипедов в Европе не дешевая. 2 часа 5 евро. 4 часа – 8 евро, 8 часов – 15, сутки – 20 евро. Ехать до Гасталугачи 40 километров. Думаю, 8 часов хватит. Ничего, прорвемся. Поехали! Так, немного тренировки. Давно я не каталась. А, пропустите, пропустите. А, так, а где тут выезд на трассу? Мало кто знает, что именно здесь, в стране басков, хранится нереальное сокровище. Самая большая в мире частная коллекция Роллс-Ройсов. Это Мигель де Лавия, покойный владелец коллекции. Был баснословно богат. Hello. Good morning. А это Педро, муж племянницы владельца коллекции. Разумеется, тоже баснословно богат. Welcome to the Rolls-Royce. Miguel de la Villa Collection. Wow. В шести гаражах стоит ровно 45 Rolls-Royce. Для тех, кто не очень разбирается в машинах, короткая справка. Rolls-Royce – самый крутой, самый пафосный, помпезный, статусный, нереально дорогущий и самый престижный автомобиль в мире. Какие крутые тачки. Представляете, вот так вот сидел Мигель и думал, что бы коллекционировать? Марки? Нет. Открытки? Нет. Буду коллекционировать Rolls-Royce. Все Rolls-Royce всегда собирались вручную. Каждый автомобиль проходит на испытательном полигоне 2000 километров. После чего машину разбирают, проверяют каждый узел и снова собирают. Эта машина делается на века. Что тут говорить, если даже фигурка на носу машины полируется косточками черешни и стоит
$5000. Суть в том, что Rolls-Royce продает как бы вам двигатель и внешнюю оболочку, а все внутри вы уже сами под себя подстраиваете. Вот владелец этого Rolls-Royce, у него было требование сделать самую комфортную машину, и у него это получилось. Этот принадлежал королеве Великобритании Елизавете. Королевский. А точно такой же был у Ленина. Да-да, у Ильича был не только броневичок. Ну что я вам хочу сказать, губа не дура у Ленина. 1914 года. А это легендарный Фантом 4. 1954 года. Таких машин было выпущено всего 18 штук. Их владельцами были исключительно короли, президенты и шейхи. Принцесса Елизавета, шах Персии, правитель Кувейта, генералиссимус Франко. Настоящий миллионерский автомобиль, воплощение роскоши. Представляете, на этом же сидении когда-то сидел правитель Кувейта. Решал дела всякие, жену с детьми катал. Сколько танкеров? Нет. По этой цене мы отдавать не будем, лучше мы ее выльем в пустыне, эту нефть. Я не шучу. Боже, какая у меня голимая машина. Даже стыдно как-то ездить. Я проехала всего 5 километров. Это какая-то жесть, а я не велосипед. После часа на велике я поняла, что протупила по полной программе. Во-первых, я взяла велик только с одной передачей. С горки докатиться легко, но на горку это сущий ад. Я не могу, мне так тяжело. Это просто ужас. Подниматься на горочку невыносимо. У меня так болят ноги. Это катастрофа. Во-вторых, не рассчитала свои силы. С непривычки отмахать 40 км нереально. На! Никогда, никогда не берите велосипед без приключения скорости, даже если он красивый. Не повторяйте моих ошибок. Это просто мрак и ужас. Хорошо им. У них нет педалей, которые нужно крутить. Обычные туристы, приезжая из страны басков, привозят стандартные нудные фотки. Типа «я на пляже» или «я на фоне моря». Но если не жалко потратить несколько десятков евро, то вот вам оригинальный способ украсить фотоальбом. В этом фотосалоне можно нарядиться в традиционные баскские костюмы. Buenas tardes, señoras y señores. Я же баск теперь. Кайшо. Последний штрих. И наделать себе профессиональных фотокарточек. По 5 евро штука. В образе богатого фермера. В образе небогатого фермера. В образе фермера, который любит выпить. Даже в образе гордой баскской женщины. Говорят, баскские женщины самые красивые. Дорогая, привет. Как дети?
Скажи бабке привет. Хватит попусту болтать. Хорошо выглядишь. Привет. Сказочная. Сейчас, конечно, городские жители так не одеваются, но береты носят до сих пор. Солгачи 100 метров. Наконец-то я могу походить пешком. Мое великое паломничество заняло 4 часа. И это только в одну сторону. А я-то рассчитывала, что все путешествие и туда, и обратно займет 4 часа. Так. Тут побыстрячку, буквально туда и обратно. Ага, ну вот ступеньки, те самые. Океан, скалы. Прекрасные скалы. Погнали дальше. Уважаемый, посторонитесь, мне велосипед сдавать. Да, мам. Да, нет. В Бильбао. Это, Испания. Ага. Не, пока могу говорить, пока у меня же Киевстар. Не, у меня Киевстар, мам, я же тебе говорила. Роман копеечный, правда. Ты себе просто не представляешь. Не, нормально все, я просто... Тут 231 ступенька, и я уже, слава богу, на 229. А вот и часовня. Нужно позвонить в колокол часовни и загадать желание. А оно обязательно сбудется. Ну, вот и все. Ударила, бегом назад. Почему тебя не украли до сих пор? Я не поеду. Я на этом не поеду. Are you going to Bilbao? В машину сложить и поехать домой. Are you going to Bilbao? Are you going to Bilbao? Yes? Can we go with this? Yes. Thank you very much. Все, что угодно. Дякую. Спасибо. Yes. Друзья, мы вот тут подумали. Уже более 100 выпусков. В каждом городе мы оставляем вам по 100 долларов. Это получается более 10 тысяч долларов. И нам не жалко. Бильбао не исключение. Парам-пам. Итак, в Бильбао бутылка спрятана на улице Де Урибитарте в городской стене. Па-парам-па-бам. В финале большой недели Бильбао проходит грандиозный парад фейерверков. Страна басков. Это удивительная страна. Ее нет на карте мира, но она навсегда отпечатывается в сердце каждого, кто ее однажды посетит. Это яркий микс вкусной кухни и уникальных обычаев интересного народа, историю возникновения которого не знают до сих пор. Говорят, баскские женщины самые красивые. По этой цене мы отдавать не будем. Лучше мы ее выльем в пустыне, эту нефть. Круто вот так начинать утро. Это однозначно что-то сферическое.
Привет! Салют! Салют! Ну как тебе Бильбао? Подожди еще. Давай посмотрим потом. Давай посмотрим.